У нас еще один человечек уходит, маг, просит за магик ЕП и изменяется, нужно уходить. Давай уходим, вот этот дай ему убийцу. Давай, спасибо за рейд, удачи. Так. Ну, маг, ты еще тут стой, ты в 10 еще плюс в гильдию. А он даже не в игре уже. Ну, он же вышел. Снять. Почему, я его кикнул? Блин, зачем? ЕП само начисляется, ну пускай само начисляется. Дайте мне права, я сам начислю. Так. Если человек уходит, он просто уходит в восьмую пати и все, и продолжает там висеть. Он в лавку идет, ему просто потом все начислится. Ага, фул. ЕП начислились. Ты начисляешь фул, потом отнимаешь то, где он не был. А смысл так-то, разницы нет. Я на королях. Можно просто забыть, и все. Так. Твис. На королях. Висю надо риснуть. Так, один ДД. Говорю, на королях я съездить только могу, когда в крест залить, и все. А когда? Как знать, когда меняется, что кто? Там такой, нет? Там такой белый дебафчик появляется. Вместо стандартного белый. Сейчас я попробую линкануть, если он тут есть. Тут дебаф пропадает, и в нем баф появляется, что его атаковать надо. Я только груля можно, блядь, поассистить, а тут я вообще херню знаю. Так, теперь у нас больше пугов. Твиси, ты где? Не достаю. Вот, смотри. Открой любого из типа гвардов его. Вот. Такой дебаф должен быть внизу. Это означает, что рубить надо. Да кинь могу остальное типа. Который офнулся. Ну, не офнулся, я его кикнул скорее. Я ему кинул. 300 ГП. А Зенуса 500. Нет. Да. А, тогда он там снял, да? А что, уже не косарь идет, что ли? Так, давайте вы все в череп будете играть, а не кто что хочет. Дискорда киньте, чёрт. На проклятие выставить трех человек на диспел. Даже так. Вот сюда нам сова, пара человек еще дайте. Не, хилов лучше не трогать лишних, пусть лучше хилят. Магов. Магов. Бойса и Мангела. Все супер. Турбой с Мангиалу слышали? Если да, плюсы нити. У вас хиллботы есть или что-то? Гриды, чтобы смотреть на ком дебаф. Так, кто ливнул? У меня все отображаются. Вот по ходу того, как ты добрал.
Мар ревнул. Да. 4-5 танков надо, я знаю. 5. Кого так, милить ну, поначалу должны бить? Эвинар, Бокрус, Войт, Мастер, 4. Тафик, есть спек в ДД? Ой, в танк. Походу минус, так понимаю, или плюс. Нету. Какой нахуй маги кроме? Ты, я, Винар, Бокус, 4 есть танка. Там можно двоих держать, только вопрос каких? Кого. Король держится, знаю, отдельно. Печенька. Бог держится отдельно. Печенька и кружочек. Кружочек. Я держал двоих. Кружочек и печенька, да? Угу. Квадрат и печенька. Откидывает нахуй, да. Да, я знаю. Да, да. Ну давай. Печенька откидывает. Я подержу квадрат и кружок, а вы что хотите держите? Мне кажется, это плохо. Я держу крест, пожалуйста. Я крест. Так, крест где держится? Тут? Нет, нет, справа. Вот, сейчас, секунду. Если... Нет, подожди. Где-то тут его держали все время. Вроде. Блять, а какой хил, блять? Еще да. Вы луну поставили? Луна на ком-то есть? Не, ну ладно, я просто так для примера сейчас. Так, луна это, я так понял, череп, да? Не, это крест. Крест. Череп, по-моему, вот там держался сейчас. Звезду, я помню, держалась вон там. Разве? Я не помню. А звезда есть на мобах, что ты ее ставишь? Есть. Да, на короле. Король вот там. А не вон там, в дымке. Король. Вот, да, в дымке король, правильно. Да, король тут танчится, да. Вот, да. Так, еще остается только у нас круг. Еще с ДДшника заберу. Либо танк. А что там квадрат? Откидывает, да? Вроде да. И чё, кто его подержит? Квадрат откидывает. Я да. Всегда квадрат держу. В стенке, блять. У кого есть из ДДшников подержать? ДК там, Мосса в мишке. Какого-то моба, который не откидывает. Череп, например. Мосса подержишь? Ну давай. Тебе спекаться надо или просто в мишке форме? Желательно спекаться, там пробает и дорога, блять. Ну вот, держи какой-то. Я кружок, мастер квадрат, или нарычок крест. Сейчас тогда ДД заберу. А кто тогда босса? Этот Бокрус? В смысле, я крест. Я и сказал крест. Нет, ты Эвинар крест. Бокрус, когда он будет кастить адское пламя, отойдешь и потянешь его. Так, получается, мастер босса держит, да? Ой, чё? Кто? Я квадрат держу или чё? Блядь, кто босса танчит? Быстрее разрубляемся. Выходит, босса должен выходит. Танчить мейн танк. Кто мейн танк? Выходит, это мой. Мейн танк Авинар. Кто крест? Кто крест? Ну, давайте потанчу босса, господи. Кто крест танчит? Короче, сейчас я, блядь, ты тогда крест танчишь, если Авинар короля, кто то кружок крест. Танчит тогда? Раз, Мосса, кружок. Мосса косты сбивать умеешь? Шкаф поставьте. Мосса. Косты. Не умеешь. Танчи крест. Там косты что, блядь? Какие косты у этого есть? Тогда, блядь. Тогда. Тогда долго думаете, тогда. Давай я на квадрат.
фокуса поставил на сбивание креста. Да, креста поставил. Надо метки с боссов убирать. Звезда и Винар, крестик Мосса, Бокрус, череп, кружок я, квадрат мастеров. Запомнили? Сейчас дискорд линкану. Так, психолог уже ролишь на хила, да? Так, тринку кто забрал? На хила? Шейпер. Шейпер, ясно. Такс, готовы все? Ждем ДК, пока зайдет. Дискорд, каску дайте по ДК. Рыба стоит, жрем рыбу. Кто там РДшники проанонсите, кто кого вырубается, потому что я буду в стенке стоять и не буду видеть. Поначалу креста все бьют. Ждем, пока активируется босс. Видишь, у него сейчас несокрушимость дебаф есть. Он поменяется на похожий, только на белый. Называется, как он там? Пошли гулять. Переполненная мощь. Так еще раз, что даю, куда пулять нахуй? Пошли, блять. Когда Геру, я скажу. Так, все, бля. Ждем, пока крест поставит. Тогда вливаемся. И раньше наберите между собой. А чё за хуйня, я не могу скиллы применять? Нельзя применить, как и цели кушать. Все, Гера. Агра, Мосс. Быстро залили крест. Агри. Проклятие, диспель. Диспельте, проклятие. Мися, прости. Диспелим, проклять. Все хорошо. Череп дальше. Там бы еще пол шишечки вайп был бы. Я вижу. А из-за чего вайп? А там видел же какое решение. Если мы его до этого не убиваем, он шокает рейд. Череп активировался, всем череп. Спросите заклинание, щит какой-то висит. Раньше набираем. Там по времени или как? Да. Чем позже крест открывается, тем лучше. Просто его успевает по чуть-чуть залить. Что за дома? Бомбы огненные, рейндж надо набрать между собой. 8-10 метров. О, тяните. Хорошо. ФБРом говорите, два человека лежат. Да не стоит пока БРы. Кружок активировался, переключитесь. РДД, останьтесь на черепе талить. Все, все в кружок. Сейчас.
Леваня, что ты без маны? Ты же шейню забрал. Мастер дебаф запомнил, как выглядит, который активирует? А на мне еще не было, я ж возьму. Ну я понял, как он фарт. Как на этих, на принцах, блядь. Ну, принцов ХП появляется, тут чисто визуальный дебафчик. Сука, залез наверх, мудак. Ты вот он сейчас вторую активацию получил подряд, да? Да, 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 да. Че, Берри даем, нет? Ну не, там, ну, не те ДПС, чтобы давать. Все, квадрат. Надо ждать. Инер. Надо ждать, но пока надо ДПС, пока нету никого, да? Да, 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 надо ждать активации тупо. Еще 30 секунд бейте, да? Не знаю, у меня нету таймеров. Тебе надо, блядь, походу их перестановить еще раз. И выпускай тебе санинский. А у вас обновленный тот же медведь? Да. Две секунды, три. В смысле обновленный? Ну, есть еще обновленный? Все, вливай. Вот, мастер, смотри, видишь? Я вижу. Запоминай, потому что я так на халяву, видишь, сработал. Я бы так понял, да? Я имею в виду на халяву говорил, кому кого убить. Там походу последовательность милики должны вообще разделяться с РДД. Пока, то есть, не активировался кто-то. Главное убить, какая разница, блядь. Там еще босс сейчас будет пиздить стаки. Ну, не стаки, а способности этих. Да, эти, там вихрь главное миликам отбегать. Не знаю, анонси как-то, я хз. Дебафы там, я насколько знаю. Добиваем. Так, короля. Пока что играем. Миленькие, уйдите. Уйдите, миленькие. Там аура, читайте скиллы. Пап, отойдите, миленькие, нельзя. Миленькие, не стойте возле этого. Босса, отойди, блядь. Бокрус тоже. Он, вы хилите босса. Геру, можно с него здесь полить, нет? Mm-mm. Это берсерк. 5 минут. Кидайте ножиками, чем хотите. Зато мы без медвея научимся бить. Все, бьем милик. Улучшаем урон увеличенный 20%. Это он может обилки юзать всех четырех. Я знаю. Я не знаю. Я прочитал. Так возьми, уже тройной берсерк пошел. Да, у нее хп как есть, 100% так и есть, смысл. Сколько он там бьет? 10 тысяч? Алис, почему он пробивает или не пробивает? 4 тысячи. По-моему, он меня вообще не бьет. 30 тысяч мне ударил. Сука, это, блядь, постоянно пока да падает хуйня, да, блядь? О, пушка! Че, воятель твой выпал? Тут все по ГП, нахуй.
Алиса, думаешь, тебе надо штука ГП за эту хуйню? Да, там 989 ГП, если что, Алис. Так-то. Так, тут есть пуги, так что... Пуги. Ну да. Пуги, печать против гильдии. Давайте, ролла. Князерук, снайвер. 95 князерук. Наш выролил, давай, наверное. Кому надо, прожимаем main spec. Потом смотрится по этому. Мобы пошли. Череп все льем. Что, даже я по main spec выражу? Так, а кто у нас? Солчат, друид и кто еще? Все? Друид, ДК еще, просто. Но он ФДК, если он ФДК, он не может рулить двуручку, так что его проблемы. Он не писал, а ну посмотрите в дискорде, он писал, что рулит на АДК. Либо на танк. Нет, нет. Ну тогда без ума вот. Ну кинь на ролл, типа, но он на аспект будет рулить. Кому-то нам надо на main spec, если не надо, давай докажем. Ковина же надо. Блять, как бы хочется, но как бы тысяча КП хочется, не да? хочется. Да. Ну, думай, я думай. Не знаю, что шать, блять. Думай. Нажму спек. Если оф, тогда придется вырылить еще и с ДКшником этим. Кинь на ролл, на спек пускай ролит. Да, тогда двое пусть так, ролят. Кину. Да как, кинь ролл. Пусть ДК забирает. Ивинар ролл кидай. Я передумал. Ну то все, значит, давай ДКшник. Что? А давай ДКшник. На успех. Так нам паладин тоже ролил на успех. Кто, Джонни дал? Ну так он не сролил. Сролил... А, Рыбка Блатов. Он писал, что ролит на Ретрик. Так вы же сказали... Оф. Кто успех? Ты чё? А, успех. Тогда давай Ретрику, ёпашу. А я говорил, ретрик. Что роли на АДК, и что? Так, порезайте павших. Ну так не ролило, чё. Резайте павших, потом идите. А, рис. Ну, если ты... Ну что, хрень ли она такая дорогая? Если ты ролишь на АДК, и ты говоришь это, значит АДК у тебя main spec. Не можешь говорить я на ОФ. Такого не бывает. Тебе либо так я не уролила на ОФ. Ты нажала в ИПГП лутмастер и ОФ спек. Это означает, что ты за фул не хочешь его. Конечно, за фул не хочешь. Надо шмот. Не надо шмот. Так не ходите в рейды, я не знаю, почему вы не ролите. Ну и ГП много. Ну и что теперь? Не ходите в рейды тогда, раз ГП много в них. Тик. Грит. Все тут стоим, бьем бомбов. Там волыну палу отдали. ГПшку надо. На офспек ХП-шку упал. За офспек. Давай я ему обратно верну, прям сейчас мне нахуй ГП за этот молот не... Зачем? А зачем ты кидал ролл? А дай ДК. Офспек? Либо на дизентант. Ты даешь ГП? Да. А что, не надо давать? Где хилы, блять? Почему рейд падает? Их шотают. Он когда чаржится, он шотает. Так, Эрдру у нас есть, он на хилах ролит. Ему нужен плащ?
Эрдруш на кота ролит, алё. Уже написал в Дискорде, еще перед этим мне в ПМ написал, что ролит на кота. Та тварь ваншотает. Череп, сыграете все? Пиздец, куда меня выкинуло аж, блядь. Ему не нужен, так что, на гильдии. Мангалу, да, за 200 кп. А мне интересно, сколько там ГП, 50% или 10%? На ОСП 50. 50. За 10 дается есть. И то не знаю, ага. Что это давать или нет. Тёма, что ты говорил за 10%? Кто там ответственный за лут? Кому молот дать? Отдай ДКшнику молот. Обратно ДКшнику отдавай. Он хоть ГП не получает за это. Он пук, вот именно, ДК кидай обмен. Окей, заберите из меня моба. Шанс. Ну, какая разница, кто этот, отдайте ДК, все должно быть по правилам. Правила для всех едины, исключений не должно быть. Это исключение это... Исключение это уже называется консул, блять. Почти. Так это жопа исключение. Я говорю, Джонни Депп, кинь обмен, я ему отдам молот обратно, пугу, мне похуй. Не буду еще раз приводить это, блядь, к этому, нахуй. Что есть люди, которые, блядь, что-то себя представляют, но не могут одеться, и есть люди, которые, блядь, нихера себя не представляют и шмот забирают. Так, ладно. Ну смотри, чел у тебя забрал утешение, выки, потом покинул рейд, и сейчас не захотел даже хилить. Чё ты на это скажешь? Потому что тогда он был хилом. Потому что он неопытный хил. Ну зато Адон ЕПГБ, он захотел и забрал, потому что ходил в рейде. В рейде, так? Правильно, правильно, он забрал, но суть какая? Ему сказали спекнуться. Так-то он шипешник. Ну потом он поспекается в будущих рейдах. Да, Джованни? Научится и все. Я за Холи Приста играл, Холи Прист хороший хил. Рез 25 хм, тьма топ. Так, мастер, анонси, ты говорил, умеешь тут. Я тут знаю, да, что да. Надо только ручки помогать закрывать и все. Там только ручка своего вата, нахуй. Метки на танков и кто с какой стороны стоит и все. И РДДшники там где-то, сбоку, слева. Ну и помогать там, подстраховывать. Возле каждого танка можно по Присту поставить, если вдруг танк что-то там. Можно подстраховать. Так, Алиса, ты будешь на этом, на боссе? Угу. Брокер с тобой. Брокер состоял на боссе вроде, не? Я извиняюсь, что перебиваю Рэла. Ребят, давайте так. Вот кто стоит в РДД, будьте так любезны. Следите тоже, поглядывайте за ручками. Давайте, все люди устали, уже хотят расходиться. Уже начало 12-го. Давайте сейчас спокойненько убьем. Ручки следите, закрывайте аккуратненько. И все спокойно закроем. Окей, Саня, Гера там с пулу дается. Угу. Да, Геру можно в принципе с пула, обычно даже и без Гера его убивают и все. Ну прям, я... типа, че вы ее жмете? Мы куда-то собираемся потом еще? Не-не-не, Геру в любом случае даем. Просто в обычке Гера дается на втором, а в Гере дается на первом боссе. Ну, это если быстро все закрывают и за раз проходят. Тут нету первого, ни второго, блядь. Если сразу дать Геру, может кто-то агро сорвать. Но не имеется в виду сразу, имеется в виду 5 секунд после того, как танки спулили, блядь. Это всегда. Сейчас он на валитре приагривал.
Где Гера на старте вообще? Я потом... Я вообще, блядь, какая нахрен Гера? Я там, блядь, вообще не знаю, как рвал Агрону. Так, я ждал 15 секунд. Сейчас метки. Ребят, соберитесь, короче. Я говорю, что ты без Геры проигрывал. А что будет с Герой? Там по нему увеличенный урон, что вы до кого пались? Кушайте рыбу. Кушайте рыбу, расставь метки на танков и скажи, кому куда закрывать руки. И чтобы знал, где руки появляются. Кто знает, как они. Только с левой стороны знаю. Так и посередине появляются, да? А везде появляются. Не, ну, не рандомно, но по факту, то есть я чуть-чуть закономерен. Алиса, беги с Бокрусом туда. Так, я закрываю от креста до квадрата. В квадрате меня страхует... РДДшники, там, ШПшники, задум меня там всегда страх. В центре кто у нас будет? От черепа до ромба. Я на страховке в центре. От черепа до креста Войд. Еще кто у нас там? Мосса. А Мосса будет босса бить. РДДшники какие-то. От ромба до треугольника. Кто хочет? Я могу. Ну давай, еще один кого-то шипешника на постраховку. Джованни, с этим бегаешь. Возле ромба я тебе угодно. Одни ручки может закрыть абсолютно любой. А я знаю. Хлопает. Только с дебафом два раза подряд не закрывайте, все нормально. Под будет. Тучкой можно закрыть. Ну, под тучкой, да. Шансунг этот. И кто? Джованни. Кто-то с ШП еще к Шансунгу, к треугольнику стойте. По очереди закрывайте. Не бегаешь ты в череп босса, ты бежишь босса, все нормально. Босса, да плевать на дома, главное ручки, чтобы закрыли люди. Джованни, ты где? Каску по престам, есть каска? Джованни. Все, все тут. Готовимся. Так, отчет. Где у меня отчет? Вот. Так, осторожно, с правой стороны заливается лава. Если что. Скоро ручки будет. Гера пошла. Ручки. Закрыли. Я центральный закрою. Треугольник пошел. Так, возле трусов мне надо будет подстраховку. Угу. Джованни, возле трусов стой, под страховку. Так, я закрою эти. Задум, закройте другие. Да, резерву, хорошо. Не стой возле меня, друид. Отойди дальше. Ну. Мои ручки. Меня трусы надо. Алчедан закрыл, хорошо. А до следующих сколько тайминг? Не знаю. Вроде пишет вот стоп. Оп, ручки. Ручки центральные закрою я. А, не центральные, крест. Центральный кто-то. Блять. Вайп. Твою мать. Ну зачем? Мой проёб. Падайте. В ложу справа. Справа падайте. Надо было стать в тех, одни бы прошил эпоху. Так, кто может стать? Ресами, масс, ресами. Так, чтобы достало всех. Там не достанется, Хевинар точно не достало бы. А где босс пропал? Сейчас появится. Да, он появится. Как в РС-ке пропадает. Ставим шкаф, кто покинул тело, заходите в Винс, суманем лучше. Каких 5 минут, Алиса, блядь? Кто покинул? А, вы бежите, да? Кто босса сагрил, блядь?
Отошли все назад. Зачем согрел? Там кто умрет или лежите, мы прибежим по рейсам, будет быстрее. Не покидайте тело. Блять, нет, не тупите на последнем боссе, я затупил, все, ладно, блять. Умираем, нас. Дайте диван, а половину тут не будет. Так умрите так, что достать можно было. Пам. Есть же, сука, его нет. Смотрю, такой 17 хп у Крис. Дживс там просит, есть? Поставите? У кого есть Дживс? Ни у кого нет. Ой, блядь. Как вы без ножей играете? Как ты играешь? Материца как будто большая. Угу. Живет одна еще. Гучи, вставай. Блядь, у меня даже голды нет на руки починиться. Райвен, скинь, пожалуйста, на лока. Ты уже голды мне скинь. Рисуем. Джованни надо идти, да? Да я-то тут, Джованни. Так, Джованни. Гуча ФК, что он лежит. Хронос, ты в Дискорде, да? Короче, закрываешь вместе с этим, с Шансунгом. Ты знаешь, как руки закрывать, да? Джованни отойдет, без него будем бить, никого не будет забирать. Задумай, Сумон. Гуччи, покидай тело, тебя не риснут, походу. Вон, пани просится добрать вместе Джованни. Кто? А. Гильдия. Стык на Сумон. Задум, ты где? Так, Твинси, Сумонин, Пана, Сумонин. Надо меня сумонить, еще не починился. Гуччи, ты тут, нет? Куцей. Приз, ШП. За что ты ему ИМС снял? Чтоб потом косарь не кинуть все. Я тогда всем кресты раскидаю. Ретрик появился.
Кучи, ты где, блядь? Ясно, нахуй? Ну, будем ждать, он. Так, где он там, блядь? У меня пати лежит. На замену, блядь. Пускай лежит, мой КЗ считается у меня, блядь. Так, фулл ребафы раздали, твинси присумонили, шкаф поставили. Куда вы меня сумоните? Я тут милостью не прошу, мне починиться, мне нужно... Не могла попросить в рейде, что ли? Как вы мне нравится, что у нас твои... Шкаф поставить. Есть кого-то мел ил? Почта есть? Ставьте почту, скинем ей голду. Он на час будет идти. Нет, голда сразу приходит. Голда сразу. Тут Джив стоял где-то, нет? Отправил я тебя, отправил. Принимай. Спасибо, дай бог здоровья, добрый человек. Я не знаю, кто ты, я отдам тебе. Спасибо, паладин. Не забуду век, честно. Ты как молодой человек. Буквально 10 рублей, и пошло. Дай бог здоровья, 7 евро. 7. Так, чучлана сумоньте. Так, все, фулл ребафы раздали. Чучлана, ты где? Тоже в Долороне? А, он не так кинул. Он в Долорон порталался, чтобы почту отправить. Так, жрем рыбу. Все, пожрали рыбу. ДК танки пошли по местам. Саня, Лазидан, что у тебя не так? Доел еще, все доел. А. Рыбка пал. Или да. Рыбка в латах, рыбка. О, нормально, все. Рыбка в статках. А пресс уже вернулся или его кикнули вообще? Кикнули, чтобы он не валялся. Пускай бы валялся, бог. Так что, по местам уже пошли, да? Да, давай, чёрт. Мисс кликнул? Тогда отчёт. На ромбик внимательнее смотрим там. Сейчас будут ручки. Так, руки я закрою. Я закрою, друид убью. Сова закрыла, хорошо. Еще не все, босс. ЧПшники. А, там только два стрелки. Центральные. Центральные кто-то закроет. Закрыли двое аж. Больше не рви агро, пожалуйста. Сальва у кого есть этот, блядь. Так, ручки. Центральные мои. Чучлана тоже подстрахуйте, он закрыл. Трусы закрою сам. Сам. Все, Хронос, потом ты, если вылезет. Так, ушли. Твою мать, дал стан мне там прям. Ручки мои. Он в ложе ручки не ложит? Нет. Три секунды. Пошел. Так, я закрою его возле квадрата. Центральную закрыли, хорошо. Три секунды, друг. Так, мои возле квадрата. Центральную закрыли.
Так, мои. Мост Шредера поднимай. Все, ручки будут. Так, лужа уходит. Справа ушли. Так, мои на кресте. Возле квадрата закрыть. Ардру, прожми кожу. Так, квадрат закрывай, все закрывай. Хорошо. Так, мои на кресте. Отойдите с ромбика. Отойди. Так, пана БР. Орхидея поднимай. Так, мои возле квадрат. Дай шевеш, что ли. А похуй, уже не делается. Следующее можно так. Так, на кресте закроем. Добивайте босса. И декан дал, ты 4 и я. Бля, какие мы молодцы. Не прошло и 7 часов. Опа-па, механизм. Правда, никому не надо? Какой маунт, ёпт. Короче, так, правда, механизм никому не надо? Кидай через объявление. Короче, давай я буду кидать. Давай сначала механизм. Ролим. Ну, потом уже сотку кинул, блядь. Кто? Тафик 92, а Твинси 95. Твинси сролила, по идее. Так, волчат. А СПД, что там? На чё это? На силу заклинаний? Это... АДДшникам. Значит, гильдии ролим, да? Кому надо, мы инспект нажимаем. Я уже протыкал. Ну тут надо, типа если... Нет, я не знаю, локи носят, не носят. Да должны носить. Там все носят, главное, чтобы их минимум в рейде 3 штуки было. Это вот нахуй он нужен. Ну типа, если 3 вот тут... Бери, он лучше будет. Надо, я 250 минут доможу. Там так заберет либо The Doom, либо Орхидея. У The Doom есть. Дайте... Да. А, мангал забрал. А, и мангал. Я думал, у него тоже есть. Если ги рейдом ходить, просишь надевать как минимум еще 2 человек, и у тебя прок этой трени на постой есть. Ну, я тебе шлем никому не нужен, да? Печатку потом кинешь на рот, и все. Отдай мне шлем за 10. Кому? Шейперу? Да, у него с обычки такие же. Да, давай ему нас. Так никому не нужен. Не, сейчас ты. Чё, ЕП накидываешь, Войд? Сейчас накинут. Сейчас разрулят, накинут. Давайте, волчат, еще раз удачи попытаем. ДК там, друид. Блин, 2 раза подряд 9, это чё? Так-то, фикс ролил вроде. Давайте ПГП. По одному на тело, да? По одному на тело мы с тобой забрали уже. Ждем. Маги, поставьте портал в Даларан. О, никуда. Пашу мне это. Выбор надо сделать. Надо, да?
Но смысл, мне если Т4 я сролю на Элема, то тогда, да, тогда печеньки возьму. А так, ну смысл мне в слепую печеньки рвать. Ну, все, всем спасибо, на я охоту закрыл, блядь. С рейда не ливайте, кто с гильдии, не так получится. Эрдру, не хочешь в гильдию? Дори, ты тут? Плюсы нет. Я не хочу искать вас, а то будете так плевать, будете без липы сидеть. Подожди, 6 секунд. 6 секунд, докинешь этому ДКшнику ЕПШ. Я его гильдию добрал. Джонни дал деп. А у нас субботу целка, по-моему. Ты ему сразу и ГП накинь. Приветствие. Что дать тебе, Твинси? Колды, Леон. Богри, дай тебе, пожалуйста, порт. Не, такого у меня нету, голды. Я тоже бомж. Спасибо. Ну чё вы постоянно? Бля, ачивка топовая. ДКшник, имя мне свое напиши, блин. Бля, сколько тебе пишу, прям.